не за вами и так далее. Дальше вас носить. Вы хотите это говно? Будете. Вы знаете, что это не говно? Ну, это значит моя победа. Не хотите после этого обсуждать? Ради Бога. Но никому больше не обязывается. Сразу картину не буду или что-то свое написать. Только по части языка. Вот вам один отрывок. Вот вам другой отрывок. Вот такой непотребник появляется то, что называется общим современным системным языком. Пишите не похоже. Отрывок чем хорош? Понимаете? А там... А есть такой хороший фильм Котовка, и вот у него нет. Было понятно. Итак, значит, что мы будем смотреть? Помните, наша стратегия следующая. Стратегия такая, что случайно не кажется, это было повторять нарушение фотографии, еще три точки. Да? Как добивается это нарушение? Чем добивается? Самое главное средство монтаж. Монтаж, монтажную роль. Потому что без монтажа это нет. Монтаж это на самом деле соединение кадров. Кадром является тот момент, что вам сказали мотор и выключатель. Что появился в период кадров. И вот эти кадры соединяются между собой, как слова, выстраивают на какую-то монтажную фразу. Вот эта монтажная фраза и создает музыку. Эта монтажная фраза, по большому счету, не нуждается ни в словах, ни в музыке, ни в чем. Она сама по себе не нуждается. Поэтому помните, в прошлый раз я вам показал отрывок вернулся. И вы отметили. Он имеет значение. Когда он добавил музыку, это значение появилось полностью. Вот сейчас самое интересное. В этом отрывке и не может быть музыки. Это не мое кино. Это 29-й год, 28-й год. Это великая картина Дрейра, Страсти, Жанны Дарк. Я покажу всего 10 минут. Эти 10 минут вам покажут, как сжигают Жанны. Приятные вещи, чем хочется. На Бога сказал, что в природе человека есть наслаждение на страдания причины. И только вообще-то это должен все решать на все. Это Франция 15 века, там свой был не меньше на это дело. Поэтому всем будет приятно посмотреть, как это будет в Африке. Ну, скажите, что не приятно. Вот это мы посмотрим, прочу всё. Без единого слова. Без единого слова. Это не будет. Будет как. А потом будем обращать на мелочи внимание. Я увлекаю. Вот эти вот мелочи будут великом внимания. А если ставить и дарить. Но эту картину станут сильнее. Эту картину смогут все. Собираются, чувствуют, мирные фотографии. Фотографии. Им что не будет. И данный вопрос на будущее. Поднимите руки. Кто смотрел «Рассекая волны» на Лапусов? Ну, такой, такая жидкая роща. Берет. Жаль, это надо смотреть. А адмиралтик? Они просто смотрит на хорошее мнение. Постарайтесь посмотреть.
отсекаю волны класса фамилии. Почему я это вам говорю? Потому что я возвращаюсь к тем, кто это смотрел. Слышите свою память. Я сразу напоминаю, девушка, слышно. Даже те, кто его смотрел, на него смотрел, там я помню, что он слышно. Я не буду вас посмотреть. Я не мог посмотрите, рассекая волны, и вы хоть чуть-чуть, наверное, слышали про его концепцию долго. Жаль, что на это не насмотрите. Потому что вы сейчас увидите, как же 28-29 года есть. И принцип долго. Ласа конкретно. То же самое. И все это дальше. И как сказал Райк, и помощь. Почему? Ну вот это и изучено. Никуда вы денетесь. Вы будете повторять те решения, те открытия языковые, которые делали для вас. Эти и есть результаты. Как это и есть писатель. Писатель должен повторять то, что было сделано на него. Поэтому, чтобы разбираться в этой жизни, вас должна быть насмотрена, начитана. Тогда вы входите в эту жизнь, возвращаете через эту жизнь, давно умершую. Так и нужно больше ночи. И останься, что так не положено. Вы исповедовали, только 10 минут поближе. Это же великая карта. А потом будем выяснять, что там 10 минут произошло. Обещаю небольшой ответ. Я смотрю на меня, как будто я у тебя пальцы последний раз знаю. Да. Не на воду, нет? Вот жизнь. А как ты различаешь мужские и женские души? По критическому? Итак, давайте потом показать. Я просто говорю, что это такого места на данный момент, да? Потому что нам нужно только посмотреть. Как-то для тебя долго надо настраивать, но что, ты хотел, а ты не скажешь. А помогай чуть-чуть назад, может быть, уже конец картины, но я смотрю, что это было там. Ну, там же в самом конце, чуть-чуть назад помогай. Сейчас, давайте, после как, но выйти на варианте посмотрите, а потом это посмотрим. Вот что другое, что вам это понравится.
Я тебе ее дать не могу. Потому что она не разговаривает. А? Разговаривает. У меня она не разговаривает. И у меня уже такого пропала. Вот что. Она разговаривает. Вот все. Для всякого конфликта. Вы понимаете. Там завтра. Отлично было. Там завтра говорит. Это все уже. Вот фамилия. Вот смотрите, как неудачно и как неумело начало. Вам не будет человек, а вдруг он будет сам перевод. Ничего вас не провоцирует, не бери там по-другому. Как неправильно, как не делают, как не снимают. Милосердный Боже, я принимаю меры с честным сердцем. Я буду с вами сегодня вечером, отправил. Потом монтаж. Молящего играет Бога.
так никто не делает. Как можно сделать только человек, который ничего не занимается или очень хорошо? Вот движение камеры, которое нам акцентирует какой-то смысл, которое указывает слабость. Мы нашли территорию. Пламя окружало и защищало души Жанны, когда она возносилась к небесам. Жанны через сердце стал сердцем Франции. Жанны, память о которой будет сочетаться во первых на французских народах. Thank you.
Он мне плевать, я не на красивых людей.
я просто принял ощущение событий, которые из ряда вон выходящие. Святую его. И сам не знаю, что говорить. Вот это и есть, в принципе, дом. Класса смотрела, которым стоит, которым сын просекая волну. А почему так классно засвидетельствует таким неумелым языком? Нарочито неумелым. Каким-то стаканом, как будто у человека не хватает дыхания, чтобы это вам все рассказать. Потому что он такое видел. Вот возьмите человека, пережив что-то, что он вам подробно будет рассказывать. У него первая рука. Он не знает как, он плохо не находит. Он ошибки совершает. Он должен вам ответить. Вот это и есть чай. Какой принцип? Здесь и сейчас. Живого судьбы. Исторический документалист. Снимается как спорный документ. Ну, человек и сказал, что вы ставите. Какой же выход? Если же будет, сжигает сутру, я вам Бог. Вот это все. Какой же выход? Рядом Бог. А у меня же Бог умрет. И поэтому Бога вам представляет. Шрифт, глаза, шрифт, крупный план. В этом сейчас мы в этих горящих головах. Вы ощущаете даже запах и камень. Правильного дня. Это все Бог. Вам только рад его сказать. Но это главное, что вы знаете. Но он будет здесь. Он проявляется в том, что это башня. Святой Божий. Ничего нормального. Помните, она сидит и говорит. Я сегодня буду с вами родиться. Вам так. Давай попробуем. Смотрите. Кому вы говорите с вами? Сидите с вами. Приверите руки. Здоровать еще. Ну, конечно. Ну, пойдите еще место. Молодец. Давай начнем. Представьте себе, что это снять надо было без компьютерных технологий, без камеры, без шушера это время, на примитивной камере, с примитивным освещением. И сверхзадача рядом Бог. Теперь подумайте, это что, получилось случайно, как у кустурицы? Побольше движения, побольше гантины, тут все получится. Все бегаем, все прыгаем, орел, жить еще раз. Главное, больше это, маленький, через музон. Через планы, там, он давай музон. Музон тоже висит. Чего я тут, честно скажу, я вижу в этом чудове, на по принципу натяжения иерархии. Как вы думаете, вот здесь все рассчитано или получилось случайно? Побежали, побежали, всей толпой. Все делается по мотору. Все склеивается. Все рассчитано. До мелочей. Вот все то, что называется нарушением силы языка, это специально сделано. Что вы думаете, не умеете снимать? Это специально делается. Почему? Это стрингер, опасный на сотворение святой, я же Бог. Он будет вам заботиться о свете, о камере.
он должен создать этот искусственный хаос. Ощущение неумелости. Ради одной цели. Рядом Бог. Мы Бога снимаем. Его проявление. Даже если он шел не положить. Когда он страдает нам. И только один момент. Ловит нам. Прикушает. Будущее. Как мы слышим? Он реагирует на ее слова. Сегодня я буду с вами говорить. Через что? Через вот эти права. Через паленые мясо. Через вот эти переводы. Через вот эти вот людей. Через любимую мать. Через все. Через эти слова. На тот свет выходит сюда. Вам передает ощущение, что это много. Естественно, не нужно. Это все случится, когда проще. Как вы будете снимать книги причины? Выставите свет, как потом. Один причин не спросит вас. Оно разнесет всю вашу активность. И вас куда-то тащит. И будете падать. И как надо будет говорить. И половые люди будут бежать. И я не забуду, как был снят по премьерке описание, которое показывает в Чечне 10 тысяч лет назад, 95 год. Это было просто потрясно. Там такой киножурналист, сели журналист такой старенький, и так далее, он представляет камеры, камера вот здесь на ключе. Он говорит, вот это мое, ребята, говорит, вот там, красный человек, он же жизнь спас. Это такой человек, вы себе представить не можете. Вот там он побежает, вот до той точки, там лучше снимать. Побежает, он бежит, камера прыгает, как у Дрейда. Он не падает, камера в земле. Голос. Опалит. Нет. Жизнь. Опалит. Все, убит. Бач. Темный бач. Он сам убил в своем месте. Все убил. Поздравляю. Вот это всех. Ломать подойдет самый фотографический материал. Показать вам. Не видим, что мы видим. Не видим. Почему я говорю классом три? Рассекаю его. Потому что вся история этой девочки, эти евангельские люди, перевышит за эти меня на переведение класса. И там так, как тут действует, показывает вам неумелые камеры, home video, верните кадр, все время прыгали, как удаляли, как будто сняли на мобильник. Как не снимаю? Жертвует свою жизнь ради своего мужа, чтобы лишить свою жизнь на территории. Без них колоколаза. И удрея, и ласа посмотрела, эти подчеркнутые неумелые, подчеркнутые, мастерской неумелые. Когда там? Рядом Бог. А представьте себе, как вы долго будете снимать? Ноги на публике, макияж снимите, жировые пятна снимите. И микрофон снимите. Он будет ярить и не видеть. Предметы, как-то я. А, на простой причине видите полгода. Вы знаете себе, да, во всю свою мощь. Вот он опять. Это один из лучших примеров преодоления фотографических и тех, кто
идет по пути, как придет, поставлен на речь, он создает свой свет, превращающий всякую сознанию. Посмотрите вам в том клире и вспомните еще раз эту ленту. И достаньте ее, посмотрите дальше, что происходит. Вы увидите, как они попадают. Как та же самая концепция не меняется. Если не умелось, то берет он вам, но это не искусство, это интонация. Дыхание стирает. Влажное. Какими словами это? Влажное. Как сказал Бога, это самый помах Ильичи, у Бога Бог не нуждается в нашем свете. Бог не нуждается ни в латыни, ни в греческом, ни в английском, ни в французском, ни в каком. И пишет помах Ильичи, если вы определяете Бога, как все боги, это наше, человеческое определение. Но так, если вы будете кашечи Бога, пишет свои сумки о Боге, помах Ильичи, мы не знаем, у Бога свой. Смотрите, как происходит. Что происходит? И голос. С одной части на другую. Это еще один знак происходящего слова. Я не задаю вопрос. Что происходит? Голос. Это попытка передать, проникнуть в сложные люди, которые нечем лечить, у которого все получилось. Он считает химией, движущимся как мы. Почему он это получает? Что он написал? Аритмом. Аритмом создает это. Без звука, без слова, камеры. И в этот вахнет. Ритм — это архаическое явление. Ритм может все. Ритм уже сам в себе заключается. Я стол по арбату, это репарная. И играет на этих компаниях. Вот мускульт, как и музыка. Вот только в этом ритме. Они могут цветами, стоять цветами музыки. Ритм вообще-то фантастические вещи. И у кино помимо монтажа есть и монтаж есть. Монтаж есть ритм. Как, какой периодичности вы будете считать и соединять кадры? Как вы будете монтировать? И какой ритм вы будете давать сейчас? И что скрываться будет за ритм? Вопрос. Ну я вопрос. Понравилось. Или скажешь, а у нас есть что-то. А чего там? Тебе понравилось? Лёва, хран тебе говорит. Даже мягче. Смотрите, как он с этим фильмом играет. С этими дровами. Там, смотрите, несколько рядов. Синьте дрова, синьте дрова. Алло, душа, плачь. И вот так он даже заводится. Чистая трава, чистая трава. А в промежутке лицо ее. Слеза. Стена. И опять чистая. Я не говорю, что пустуешь это так. Потому что я вижу, как это сделано. Я вот здесь понять не могу, как это сделать.
А там я вижу, как это сделать. Что ты дальше? Это очень модно, ты дальше. Там не столько мастерского, сколько вот приносит. Ну, я вас уверяю, вот пусть туда цыган с медведем, а как камеру, ты будешь устроиться. Если еще людей, полиция будет жрать, вообще будет супер. А мы там тоже устраиваем, а он там жрать там будет там. И цыгане будут на цыпочках. Вот что это получится? Вообще все время получится. Забрал у меня и там все. Зрители в малом повалят. Чем охота посмотреть, как люди там сказали? Я вот уверен. Да. Ну, может быть, немного. Ну, давайте, вот смотрите. Вот что вы мне что по мандату говорите? Хорошо, хорошо. Хорошо, жизнь никогда не заканчивается. Потому что война – это всего лишь часть земного процесса. Глубокая мысль. Что нового сказано, поэтому это никто до этого не говорил, не снимал. Повторение. Да, маленькая вещь. Повторение может быть сердцем, но не повторение может быть вместе. Если так, то мы толкнемся на одну мысль. Очень глубокая мысль. Что ты как день, это глубокая мысль, вы же, я думаю, где-то получишь. Например, главное вещь для меня в этом плане будет получше. Жизнь никогда не заканчивается, даже если война. Иванова, здесь вам показывает совершенно другую сторону. Как тут? Прямо право. Он показывает, через очень связанные демографические переживания, показывает, как это лучше, потому что открыто. Это тренировки демографические переживания. Да, через эту жизнь, через этот шум, гамма. Не обязательно жить как чудо, говоря, как это грамм. Нет, я не вижу вот это, как бы, скажите мне, что жить как чудо, все выражено чаром картину в этом. Жить как чудо, заканчивается, даже если война. Значит, я так понимаю, что вы хотите сказать, что там не верили, что то трагическое, там передано через люди, да? Ну, интересно, где смотреть, где он интересно. Нет, не боюсь, интересно, но я не знаю, что это. Да, это программа «Щелки». Интересно, что это герой. Что, какой смысл? Механический тот фильм, о котором вы сказали, это когда искусство, кинематограф, ищет там себя. Да. Если я не ошибаюсь, в 30-е годы были задающие, которые экспериментировали с кадром. Вы слышали, что я сказал? Или вы слушаете себя? Что это только себя ищет этот фильм? Да? Эксперимент с камерой. Нет, вы не поняли, не поняли, о чем идет речь. Это не эксперимент с камерой. Не знаю, где еще режиссер Пасан. Я говорю, что режиссер, ну, он так построил прилетак, а почему нет на его прилетак? Вот я вот что боялся этого. Ага, ну, нет, вот еще. Я прошу вас, дети, если вы считаете, что то, что я говорю, полный домой, не ходите сюда, радость моя. Смотрите тут всю улицу, всю улицу, между улицу, кого вам? Во-первых, я не знаю, как раз на ваше дорогой. Вы другими словами говорите то же самое. Потому что если вы все то, что я сейчас сказал, пытался донести до вас, сводите тоже к формальному признаку, значит, вы смотрели чем-то другим, то, что я показывал. И слушали чем-то другим, то, что я говорил. Это значит, понятно. Но что вам нравится, пустуется. Ну и сидите с ним. Вы меня не выпустили, вам нравится. Да? А мне не вот так, это нравится что. Ты еще, у меня молодой. Ты тоже волшебник. Почему? Потому что он вообще понял, что ты происходит. А он не понял. Он видел в этом формалистику. Тогда и видел, он сейчас назовет то, что он знает. А ты у меня хороший. Ты понял, что ты. Что это делается искусственным, делается искусственным. Но делается что-то для одной цели. Не удивить нас экспериментом с камерой, а показать другого полного. А для тебя это пустой дух. Да, потому что очень большой. Потому что если бы они на одной карте, то это было лучше. Они показывают нас. Что показывают? Показывают нас вокруг. И показывают Бога, который находится за нами.
и те кадры, где очень много воздуха над головой, эти кольца, это пока Единство Бога, это количество неба, эти птицы, это лестницы Бога. Очень много еще показывается. Нет одного ровного кадра, на самом деле, если поставить ровный кадр, все развалится, все развалится, вся команда. Я думал, почему пока стелится вот так, вот такой кривой линии, и видно, что вот это такое металлическое, это тоже понимаю. Кадры говорят сами себя. Я говорю о том явлении, что человек, который знаком с кинематографом, специально кролик режет кадры, делает это кривой, для того, чтобы попытаться помыслить кинематограф иначе. Вот моя мысль, они потому что я там дурак и считаю это дерьмо. Да, точно надо повторять меня за самого через 5 минут. Я что, проверял, что у вас там осталось? Или она осталась? Вы только сами себе собирались. Да, если вы за упокой, а закончили все, то перестали все, то я только вам скажу. Вы приедете, вы чуете. Потому что если вы посмотрите того же самого любимого вашего пути, он раскладывается на раз, два, три. Там ничего нет интересного, что это не так. Ради Бога, останьте с ним. Только не надо со мной спорить, ладно? Не надо, я для вас не за спор приеду. Если вы не меня все знаете, что вы нахрен сюда пришли? Знаете, как вас обучить на этом интересе? Сходите сюда, не видите, что не надо. Понятно? Итак, значит, я еще утверждал. Не надо мне стоять. Итак, значит, смотрите. Что же вот в этой ситуации нам важно? Посмотрите все-таки фильм «Ласа Фондриева», читаю. Посмотрите с точки зрения той искусственной неумелости кадра, вот этого самого полного видео, который там присутствует, да? И всем, кто творит здесь. И продолжаем. Для общей ясности, ну посмотрите первые кадры жизни. Там тоже вроде бы игра вот эту вот сумятицу, самотолку. Вот вроде бы это неумело. Вот особенно яркое это будет видно, когда вы поставите эти кадры в контекст. Вот все будет ярко. Но тут долго сцену лука и снять то, чего вы поставите, все будет ярко. Это действительно мастерство. А здесь иконка, которую вы даете мастерство. И еще сделайте, знаете, кто чувствует? Убейте думать, и мы дальше. Вот его физически. Вот он за мутат переведенного звука. Вот возьмите тоже, рассекая волны переведенного звука. Все, что показано, смотрите. Вот тот момент, когда ее располосовали, вот это и есть колбок ее. И как его приводят в больницу? Вырубайте дух, он там не нужен. Вот эту девушку, как ты там, в больнице ее смерть. Замгар и пустую кровь. Для кого зачем это? Потому что надо играть на одинаковом поле. Ну и ситочка эта затыкается, и все затыкается. И так видите меня, у великого режиссера. Только звезда, Бог выбирает.
Это все так важно, что я не могу не говорить. Ну, тут надо понять, что я не решил вас вот так. Угу. Вот я еще раз говорю, попробуйте. Хорошо. Выходите сюда, помните. Тема – это практика. На дополнительный свет. Тема – это как-то кадр, говорит сам за себя, ничего другого не надо. Ни скрипочки, ни скрипочки. Я вам показывал отрывки в середине влезли духи. Я выжил путь. Я выжил физиком ни народа, ни какого-нибудь там. И почему? И все равно, когда был. И без звука он смотрел, что может даже еще лучше. И был ритм. И был уход в этот ритм. Через ритм, через монтаж, через преодоление того, что мы называем кинематографический сезон. Помните? Вот еще. Мы взяли музыкальный фильм неделю назад и убрали музыку. И сказали, камен от этого не изменилось. И вы все понимали, что там происходит. Никаких подсторов вам не нужно было. Не всегда даже смогли вербально выразить это, потому что кино на самом деле воздействует на ваше подсознание, а не только на ваше подсознание. И смысл в глубоком проявлении, когда она плавает в своем подсознании. Вот. Попробуйте, поэкспериментируйте. Мы сюда и пришли. Вот, пример. Ну ничего, я сегодня дам вам другую ленту посмотреть, если механик у нас есть. Есть у нас механик, который нам все убежал, ты вдруг от меня не скажешь. Нету механика, у тебя не хочется. Ну ладно. Не хочется про кино говорить-то, но показывать надо, как я полагаю. Так вот, мы посмотрим другую ленту, минут на 10, не больше она будет. И она будет тоже вот с таким немым акцентом, как будет в саундтреке, но он будет незначительным. Он не будет выполнять вам роль разговора, диалогов, никаких диалогов там не будет. Разговоров там практически нет. Шумы какие-то бытовые, еще что-то. Да, вот абсолютный хаос. Потому что режиссер создал эту 10-минутку, очень хороший режиссер. Вы сейчас его увидите. Режиссер, создавший эту 10-минутку, будет ориентировать не только на изображение. Вот посмотрев это изображение, мы посмотрим с вами и уже, так сказать, на уровне, ну как бы это сказать-то, на уровне мастерства, потому что там это мастерство видно, там он вам дает такую анатомию своего рассказа, да? На уровне анатомии этого рассказа. Мы пытаемся логически выстроить эти приемы и так в прошлый раз сказать, что же нам сказали. Вот это язык, то нам говорят, какую историю нам рассказали. То, что нам рассказали историю с помощью простого монтажа. Это вот такой же несложный простой монтаж будет, как и у того эпизода Бергмана, который мы видели неделю назад. И тоже на 10 минут. Зачем я это буду делать? Я буду только лишь укреплять вот этот тезис, развивать его. Что когда мы говорим о языке аудиовизуальной грамотности, мы прежде всего говорим о монтаже. А монтаж — это определенное сочетание кадров, а кадр
имеет полное соответствие слову. Если мы соединяем слова, мы получаем текст или монтажную фразу. И тогда мы спокойно, без строков, говорим, вот, скорее всего, об этом нам и сказать. И предупреждаю сразу, ничего страшного здесь не будет, потому что это образ. Потому что это не простой код, расшифровали, раскодировали закодированные кисти, получили шифровку. Useless types. Да? Художественный текст многозначен. Мы только определим пути. Мы только определим пути тропинки, по которым пойдет шастать наш смысл. А смысл будет у каждого суда. Надо его противоположно. Но задача кинематографиста дать моменты тропинки, чтобы вы начали каждый складывать свои собственные смыслы. Какой грех я совершу сегодня, когда пройдет вторая часть этой работы. Я, как более опытный и более наглый, привлекаю на себя ваше святое девичье несогласие, буду навязывать вам свою интерпретацию. Потому что если я этого делать не буду, то мы будем сидеть здесь и все посмотреть друг на друга. Как те самые собачки, которые все понимают, а сказать не могут. Я думаю, на определенном этапе вы начнете говорить. Уже пройдя определенный дискус, определенную как бы школу, вы сможете уже сами складывать свой смысл. Пока мне придется это брать на себя. Но я это буду делать вопросами, ответами, да? Буду предлагать свой вариант. Он не безусловен. Сразу подчеркиваю. Он не является абсолютом. В художественной дискуссии вообще нет никаких абсолютов. Любой текст, великий художественный текст, можно проинтерпретировать в таком разбросе, вы что-то не представляете. Каким часам может пойти шахтать ваша мысль? Вы даже не представляете. Но суть вся художественного текста в этой многозначности трактора. Провоцировать вас на смыслообразование. Это очень неясный язык, но язык. Очень мутный язык, но язык. Все равно язык. А есть какие-то закономерности. Выводы из этих закономерностей могут быть самые неожиданные. Я вам даю свой. Я не навязываю вам ни в коем случае, что это единственный верный интерпретатор. Когда вы будете писать несколько рефераты отчеты, да, вы можете вот по этому же поводу оторваться на полную хату. Профессор, ну все тупицы, там не помню. Там все по-другому. Там все по-другому. Знаете, как анекдот, когда серьезно больной человек приходит к человеку, и он рисует ему корабль. Что это такое? Это корабль, на который, так сказать, взяли путевки два молодых человека, он и она. И они нежно любят друг друга на этом корабле. Психоаналитик рисует палатку. Это палатка, где спят и любят друг друга два молодых человека, он и она. Потом он рисует дерево. И ответ. Ну вы профессор извращения. Поэтому ваш ответ может быть непредсказуемым. У нас есть. Вот так, нянек. Кто поставит нам киношку? Вот на эти седне всей. А? Ну, кто входит, там найдет кого-то, потому что я не знаю, как с этой аппаратурой управлять, и не хочу даже узнавать. Надо найти какого-то мастерового парня, который знает, как управлять. А тут даже нет этих пульсов. Чтобы нам подставил эту картину. Ну вот это здесь, вот это я могу. Ну куда есть, не страшно.
Вот дальше делать, я не знаю. А это-то надо включить. Ну, кто включал? Надо вот. И костылем он там по кнопочке. Был один человек с костылем, он все время костылем по кнопочке. Ну, он уже закончил обучение и вылечился, видно. Поэтому костыля нет, человека нет, кнопочки не работают. Видите, вы как я. Пришлите мне смотреть, а с какого конца не знаете. Ну, время есть еще. Фильм короткий, всего 10 минут. Говорите все. А вот, вот увидите, идет человек, и путь не принесет. Он принес пойдет на то, чтобы дистанция пересечет. Вы можете это настроить? А у нас пульта нет, надо принести из дистанации пульт на эту вот штуку. А не то, что у нас мозгов нет, мы не знаем, как это настроить. Пульт-то ладно. Андрей, да, он тебя не знает, как это. Не работает. Пусть-то ладно, у нас и палки есть, моногрива. А что у вас? Давайте экран на пульте. Правильный вопрос. Правильное решение, закричали сзади. Вот вам и экран. Упал. Это пульт, ну, он, супер, я думаю, он работает. Нет, ну, там есть кнопки на аппарате, можно задать на фонтон. Тебя не хватает. Вот видите, как для охранника должны держать. О, вот это в середине вроде к нам, нет? Заработало. Заработало. Здесь там внутри. Ну все, как бы, это работает. А кто-то там съедется. Работает. Да, вот этим надо. Ну что, я ставлю здесь просто. Это друзья. Я могу поиграть еще с подругом. А вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот, вот самое важное, вот смотрите, самое важное, это вот нам надо эти зоны. Поймать эти зоны, кто поймает эти зоны? А мышка есть вот? Вот. Нет. Я думаю, здесь. А вот они скажут, через это работает или нет? Через какую? Через клавиатуру, но я разве не требую стрелку. А должна быть щелка справа. Клавиатуре, подай клавиатуру. На стрелку на правую. Да, где тот пульт в этой машине. Да. Что? Это тоже надо выглядеть. Нет. Это не то. Вот здесь должен быть пульт к этому аппарату. Ребята, скажите за канал, возьмите пульт. Еще один. Скажите, нужен для вот этого самого, для компьютера. Мы на том же, что это.
Давайте посмотрим. Включите плей, ладно, посмотрим, что там обратно плей. Давайте посмотрим сейчас. Звук нужен? Ну, звук нужен. Здесь будет сейчас реклама. Здесь там должна быть реклама, которая никак не перемножает. А звук есть там? Звук есть там, в лучшем направлении. Кстати, не идет. Нет, он идет. Вот нам показывают. Это все режиссеры, которые участвуют в этом проекте. Вармуш. Мне опять же забрать, надо сказать, как раз на кого держать, что для этого делать. Нету звука? Тут уже звук должен быть. Отключение звука выключено, надо включить. Наверное, сейчас есть звук. Здесь должен быть звук. Уже здесь идет звук. Это подпись первого режиссера. Но нам первая картина не нужна совсем. Нам для звука это бред собачий. Сейчас сидите, я сейчас позову кого-нибудь, это невозможно. Очевидно. Я вам разговариваю.
Богу для поездки. Я много не заплачу. Я взвешу. Я поеду, я один. Пусть идет как есть, не только сезон, да, можно поймать. Это первый сезон, а второй сезон, можно поймать. Это же самоцелье, да? Вот это все, это второй сезон. Я это посмотрю. Я одинаково начинаю. Не убегайте пока, да? Кажется, это же неделя будет хорошая. Это все вот дело. Это второй сезон, который нам нужен. Все, садимся, смотрим. Слава Богу. Вот смотри. Что я хотел вам показать? Ну, у нас время есть еще, друзья. Линия жизни. Новая история. Свастика у пограничных столбов.
Гавана, Куба. Гавана, Куба. Смотри. Смотри. Ребенок умирает. Ребенок умирает. Свастика на мосту Эндая. Пишу радио, тебя смотрю. Пишу радость моя. Ты бы хотела покинуть нас раньше времени. Ножницы. Вот так вот, наверное, все будет хорошо. Какой-то хороший. Видишь, мы тебе помогли. Ну, тихо, там сядет. Зачем? Мой мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok.
28 июня 1940 года. Я попрошу вас выключить, да? Я отнесу, если уже немного мы поговорим. Произошло, какое-то событие произошло, какая простая история нам рассказана. Кажется, до примитива ясная. Вот фиеста, типичное явление испанской культуры, да, после обеда. Все заснули мать и отец, заснули какие-то родственники. Прислуга одна работает, кто-то косит траву, кто-то готовит хлеб, да, мутные руки. Кто-то вышивает, как это самое, нагрудничек для младенца с его именем, да? А кто-то готовится к самоубийству. А почему вы решили, что он готовится к самоубийству? Ведь он всего лишь на палец накручивает веревку. Значит, две вещи, в сочетании кадров друг с другом, дают вам монтажную фразу, которая вас наводит на одну точную мысль. А именно, какая? Посмотрите, давайте разберем. Вы находили девочку, которая ноги качаются, очень похожи на повешение, да? По сучарке, веревка, ноги, подкрепывание, а еще? Там еще третий есть момент, когда у вас только шарик в музу погонит, что это раз нет, или здесь это музу. Нет, это потом. Вы скачете, вы не выстраиваетесь. Здесь рядом, рядом поводный кадр. Нет, отца. Сначала вам покажут, как крестьяне точат косу, потом вам покажут, как они косят. Траву, звук этот передают, и под эту звук вам покажут, как парень наматывает веревку на палец, а перед этим еще покажут вам, как ноги девочки качаются. И все это под... Почему? Потому что кота задала вам единственную верную интерпретацию. Сначала кота, потом ноги, потом палец, потом веревка. Видите, все бы было в лоб, если бы вам показали рядом с этим парнем винтовку стоящую. Вам постепенно ведут и раскручивают эту монтажную фразу. Кота, ноги, девочка качается, вас не пугают, не говорят, что ты намеком говорят, что это похоже на повешение. Потом веревка, а потом нога парня, который нет. Он же постепенно покажет, что ее нет. Почему? Вам надо замотивировать. Он же парень, лицом ноги. Вполне подходящий мотив к самоубийству.
Никто не сказал вам, что собирается совершить самоубийство. Вы это считали сами. Значит, давайте вернемся назад. Что за простая история нам рассказана? Мы сейчас будем рассказывать как папу. Сиеста. Обычное, самое тривиальное явление испанской жизни. Пора, потому что климат жуткий. Где это? На Кубе или в Испании? Да? На Кубе номер кубинский. Кубинский номер на автомашине. Вам показывает автомобиль, и там Куба 922. Значит, в Испании здесь присутствует. Через что? Через газету. Газету ставится с водой. Но мы сейчас не будем брать этот монтаж. Потому что то, как развивается вода и сушится на газете, как она зачменяет кадр трех солдат вермахта, будет соответствовать тому, как расплывается кровавое пятно на белой полосе на ребенка. Но мы это пока не берем. Куда здесь закатывается лупа? Мы берем просто. Сейчас идем вот по самому элементарному считыванию этого текста. Итак, простая история. Сиеста, все спят. У мальчика развязалась пуповина. Вовремя ее, значит, замечают эту особенность. И спасают ребенка. И дальше, смотрите, я не все пока раскрываю. Я иду вот по все спят, кроме слуг. Кто-то шьет этот нагрудничек с именем машинка, то есть кто-то не записывает имя. Сколько раз вам показывают этот нагрудничек? Это повтор. И повтора. Обратите ваше внимание, сакцентировать. Да? Акцент, это тоже имеет отношение к языку, потому что вам что-то хотят сказать. Обратите внимание. Почему мы должны на это обращать внимание? Пока не знаем. Мы просто видим, что вот кто-то шьет этот нагрудничек, имя записывает, потом это имя произнесут родители, ясно, что это имя ребенка, никакого другого не может быть, и глаза тянет на последнем букве. Но кто-то работает, судьи должны работать, когда господа спят, да? Кто-то косит траву, а кто-то готовится к самоубийству. А дети играют. Дети хозяев играют, или по всему. Дети слуг работают, чистят обувь. Все четко и ясно по социальной задаче. Вот слуги, вот господа, вот сиеста, вот ребенок, то есть по всему наследник этого имени. Вот все хорошо. О чем рассказ? Первое, что мы считываем, рассказ о том, как к счастью спасли младенца. Но об этом нет. Вы чувствуете, здесь рассказываем какой-то другой смысл. Почему? Во-первых, вам скрывают это время. Это происходит не здесь и сейчас. Что скрывает вам время? Газета. Причем вам раскроют эту дату только в конце фильма. 40-й год. Да? Испания. Вы можете делать отсюда вывод, а можете не делать отсюда вывод. Может быть, это иммигранты из Испании, бежавшие от Санчо. И у них испанские газеты. Значит, скорее всего, это происходит на Кубе. Потому что об этом говорит нам номер. Ничего прямой не сказано. Все только показано. А еще что говорит? Фотография. А почему кубинские фотографии вам дают с картинкой какого-то магазина или что-то еще под названием «Рай»? Я думаю, что вы считываете. Скорее всего, вот эти богатые люди владельцы этого магазина. Отсюда эти деньги, отсюда гордации. Вот вы это все считываете. Попробуйте сказать, что это не так. Почему вам ничего не рассказали? А история уже есть. Или нет, или кому-то непонятно. Я пока все делаю на самом элементарном уровне. А теперь давайте пойдем по другому пути, немного углубляться. Итак. Вот вам рассказали на этом уровне, сказали, что, скорее всего, это бенефициры. Там, скорее всего, Куба была испанской колонией какое-то время, а суды испанские. Скорее всего, они приехали то ли к своим родственникам, то ли это имение, то ли вообще не здесь видели никакого отношения к Испании, к смутно. Но почему мальчик или юноша Бернадис? Где он ее потерял? Это все на мерке.
И вот эта вот броня там присутствует, знаете, не только сформулированные некоторые юноши, которые собираются совершить самоубийство, а то, что он собирается совершить самоубийство, вам происходит, сказали, показывать. И мы же их разобрали. Да? А еще есть чучело, человек, которого каска, значит, откуда этот сувенир попал? Что мы делаем? И что происходит в фильме? Фильм имеет дело только с предметами. Фильм, по сути, по природе своей пластичен. Он может изображать вам только предметы. И предметами говорить с вами. Как будет показан этот предмет, есть кадр. Кадр есть слово. Помните, он рисовал Дейл Кардинанда до Сафила? И здесь вместо обозначающего играет фильм-камера роль звука, ну, роль фонетики языка. А обозначаемое такое же, как в любом языке. И поэтому кадр – это слово. Понятен этот непоставший или нет? Вспомните, что я вам говорил про Вишла о Кардинанде до Сафила. И вот мы говорим, предмет, каска, как она сюда попала? Мы не знаем, но она сюда попала. Каска у вас ассоциируется с отрезанной плечевой ногой. Помимо этого, вам уже показали предметов. На протяженное время вы уже чувствуете присутствие истории в этом времени, в этом эпизоде. И чувствуете, какая это история, какая кровавая эта история, да? А теперь следующая вещь. Чем только у нас погружен в это историческое месиво или нет? Итак, смотрите, к чему мы уже пришли. Сначала это просто, с чем не связано. История о испанской сиесте. Где-то на книге. Мы не ошибаемся. Вот номер, вот машина. Перед нами на самом деле люди, которые принадлежат к разным социальным слоям. Вот дети хозяев, вот дети слуг. Каждый из них, вот слуги работают. Хозяева спят, вот ребенок хозяйки. Нам рассказывают о том, как спасли несчастного младенца, потому что не залезали хорошо по половину. Вот говорят, все это происходит в конкретной исторической эпохе. Это Вторая мировая война. Каким-то образом здесь присутствует Испания. Каким образом она присутствует? Нет ноги у мальчика. Кашка, откуда она появилась? Почему эта газета лежит здесь? Брошенная. Все, это уже история. Она нам напоминает историю, рассказ. И мы говорим. Это сиеста произошла в 40-м году такого-то летнего дня. Конечно. Что она нам дает? Теперь смотрите, куда приходит история. Помните, мы смотрели фильм Бэтмена, и нам рассказывали тоже конкретный исторический эпизод, а потом этот конкретный исторический эпизод выходил на уровне фэкшн. А какой ряд такой? Время. И давайте минуточку. Время там преодолевается. И вот поэтому мы говорим. Смотрите, давайте вспомним первый кадр. Мать, крупным планом лицо, пот, жарко, сердце. Все, блин. Младенец появляется первое пятно крови. Рядом с матерью и младенцем появится изображение девы Марии с отечкой. Вот, вот. А кто вообще прощадной рисунок? Кто родилась на ярмарке? Первый пример за поездом. Кто вообще должна всем быть понятна? Лоб, колоб. Дальше смотрим. А уйдет куда-нибудь эта тело Мария? Сколько раз она пойдет? Не один раз. Зачем? А вам же что говорит? Это важно, это важно, это важно. Он отчетивый, как на плохое. А по что же зажить? А кино – это жизнь. Потому что кино – это близко к музыкальному искусству. Потому что все строится на ритме, на пространстве. Только этот ритм на пространстве создает предметами, играми, кадры, которые выстанутся в определенный, так называемый, выстанутный ряду. А ряду. Чем связано это дело Мария? Магазин, рай. Входит в мир, а в кино – это отрывка понятия рая. Чем подкреплено это понятие рая? Дерево, яблоки, змея. Это уже как роли. Исторически? Нет. А теперь вернемся опять назад. Сиеста, ребенок, кровь, 40-й год, Дева Мария, рай. Это вы так считаете. А тут побольше. Смотрите, что происходит. Как соединяется где-то три разных пласта.
проставить конкретные истории с точки зрения исторического события и вновременное, мифологическое. Как они соединены? Давайте посмотрим. Еще одна мифическая вещь есть, которую мы пропустили. Не одна, а? Прячьте про кошку. Забыли про прялку. Она просто христианка, которая работает во время сиисты. Или если мы учтем теперь эти фигуры, Дева Мария, рай, змея, яблоки, в какой ряд она войдет? Мифологически, кто она? Судьба, парка, летущая судьбу, сиене младенца, который не дан, вроде до конца. И поэтому тоже ее показывают несколько раз. Потому что она встречается в другой смысловой уровень. Это скульптура у них смысловой. В этом маленьком 10-минутном отрывке. А попробуйте поспорить с этим. Тут нет закономерности. Или закономерности не знают, какая были повторами. Вот и считывайте чек. А что вы объединяете этот чек? Смотрите, там каждый занят своим делом. Один плетет, чтобы убить себя. Другая шьет. Третий хлеб делает хлеб. Хлеб. Давай, Господи. Смотрите, куда питается. Простое движение с хлебом. Потому что вам уже все в сознании есть. Эрдай, змея, яблоки. А если хлеб раньше, а что вы делаете? А вы его не вспоминаете. Вы соединяете это по принципу монтажа. И вот это то, что эта странная женщина, совершенно не актриса, с каким-то лицом, как мать земля, по которому ходят эти босые ножки младенца. Она клеет. Еще, когда господа, я. А теперь, что является интересным кадровым движением? В этом всем разрозненном, мы сейчас будем собирать пару, как он разбит у нас. Ну и как соединяется Дева Мария и все, что мы здесь наплели? Как соединяется конкретная история? Как соединяется история с мыслью фантологии вот с тем, что происходит вот просто в семье, в частном случае, просто в семье, то вы можете зайти в каждую семью, да? Должно соединить одно движение. Потому что кино – это пластика. Это не слова. Не песни, не дети кинематографа, дорогая Акадия. Это все дерьмо нанесено. Кино как движение соединяет все. Все вот эти вот мосты идут и сплелись. Настоящие любители кино в восторге от какого-то ключевого кадра, который вдруг все объясняет, все просвещает. И тут все эти смыслы устраиваются в какую-то закономерность. И вы говорите, а, и сами объяснить не можете, почему там туда смотреть это кино. Видите ли вы что, да, не буду, он вас такие движения. А здесь что делать? А здесь на то, что комиссию делаете, но очень профессионально и точно. Если бы точно этот дурак не пустит, что Михалков мог снимать. Никаких не поделил. Кошка. Черная. Сюда. Такая же черная, как седно. Как мог? А кошки это такое собака. Змея. Тихо. Яблок. Еще один смысл. Это не человеческий. Уже не Христос. Не борода. Что-то другое. Кошка. Собака. Змея. Тихо. Тревога. Нет. Где? И все. Да. Одни движения. И портрет. И потрясающий колыбель. И мать, которая вас держит назад в свою веревку, чтобы не убивать. Вывод какой? Ну то, что все равно происходит, что жизнь это чудо. Как он это решил на каких-то специальных связках, потому что видно сил не было, не жара пить.
А здесь это делается тихо, скромно, на 10 минут. Жизнь — это рай, жизнь — это чудо. Жизнь такая хрупкая. Она так проходит рядом со смертью, как вот вдруг коты. И в то же время так эту жизнь защищаем. Просто злобными. Темные. Черные. Прямо по судьбе. Знаете, какой результат получает эмоциональное оценка, мощная защита этой жизни. Свою хрупкость, свою ментальность, как это молодой, который он так и назвали. Линия жизни. Это линия. Это граница. Какая хрупкая между жизнью и смертью? Это еще позитив в этой карте. Это экзистенциальный кризис. Как много у жизни защиты. А делает это все в тот момент, когда будет уже началась вторая мировая война. Второй год. Она уже идет. И вот вам еще один конфликт внутренней этой карте. Хрупкая, чудовищная жизнь. И какая мощь смерти. Какая сила. И какая сила уже. Это все сама. Вот и попробуйте разобраться в этом смысловом, в этом ассоциативном ряде. И вы увидите, как многозначно это вроде бы простенькая картина. Потому что тут сразу много пластов, смыслов, а главное то, что посвящено, потому что все соединяется с движением. Как клевый как место показывает кошку. Вот это называется уже кино. Потому что это кавер можно смотреть, она идет. Подходит. Черт. Она вас ассоциируется в спящий табак, ползущий в нее. Тихий. Вот какое-то напряжение. Все чувствуют. Какие классные люди. Какие чудесные люди. Какой потрясающий рай. И начали старость народа. Должен быть границей этой жизни стоит чучело смерти карты. На столе текут лет и жилеты. Новый там подух мальчик, да, и будет идут, решает отпустить. А другой мальчик решил чистить. И они в параллель идут мальчик. А это что он там время рисует, что он там функционал? Когда спрашивают. И почему мальчик? А вот тут вот очень непростые ситуации на самом деле. Если с учетом того, что этот ваш фильм решен как минимум в четырех смысловых плотах. Вот так вот, по соединению. Маятник стоит ритм, потом это другого. А у меня другая интерпретация. И маятника, и часов рисованных с маятником. Именно ребенком, и маятник, который ходит в конце фильма, снимая его за второй раз он ходит. Ребенок. Ну, это все очень просто объяснять. Хочу сказать, как хорошее кино. Все должно быть очень просто и мотивировано. Мальчику хочется часы. Не покупают ему родители часы. Есть карандаш, рисовать часы. И тихо идет так. Все очень просто. Мотив самый элементарный. Не придумано ничего. Никакой долбочный мир. Но встроенный, вот этот жест. Сейчас они все по жесту. Какие классные жесты. Ну, я уже говорил вам, что я, так сказать, 33, я говорил вам, что я буду вам навязывать свой жест. Посмотрите, мы говорили. Интересное время, историческое время, мифическое время, никуда уходим, вечно.
собираюсь. У этого фильма нет конкретного времени. А это лучше фактуры, потери, фактуры. И там нет времени. Там будет он по 3-4. Мы отправили раз в лицо, что ребенок говорит, 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 что ребенок охраняем не меньше, чем сила дня. Ну, это будет ужасно, но ужасно в один из этих дней. Нет, там же не ужасно. Она, знаете, в чем дело? Вам показали, что у этой жизни есть такие защиты. Они не взяли жизнь. Да, неужели? 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 Вы посмотрите, как там показано это жить. Вас тепличка. Посмотрите, как показано это. Она показана там сведения, все тьма, все возрасты, старик, которому Бог знает столько лет. Молодые дети, потрясающие лица. Это не ленивая змея, которая никого не ужалит. Это собака. Эти косцы, вот все там показано, как абсолютный рай. Правильно, потому что без этого нет конфликта. Потому что без этого нет конфликта. У гармонии есть конфликт, хаос. Нам показывают, что у этой гармонии подмножённые жизни. А может быть, цифры, а там есть временной отрезок, я не спорю, там присутствует временной отрезок. Я уверен, что это временной отрезок преодолевается. Нет, если взять внимание, что цифры Это конкретная история, вам введена в историю реальность 40-й год. Это святое семейство. Нет, это не 1940 год. Это рай. Это конкретно реальный фотографический. Картины вы видите рай. И вам говорят, это уже общность. Это уже как мир идей по Платону. И вам говорят, что вот знаете всегда, что по жизни каждого судятся такие силы, о которых он даже не знает. При всей мощи смерти. Вторая мировая. При всей мощи смерти у жизни есть такое резерв. И он вечен. Просто продлевается временной класс. Он не сильно нужен. Он же не сильно нужен истории. Это как было, как есть и как будет. Что возникает? Возникает следующая вещь, что всегда возникает при хорошей картине. На фоне смысла. Один конкретный, который как фотография ложится в зрительный экран. И второй, который фотографии не возвращается. А существует фильм, смысл фильма будет заключаться в том, не то, что на экране, а то, что вне экрана. А вот на этот вне экрана невидимый смысл вас будут наталкивать с помощью монтажа, повтора, предметов, которые будут исправлены в определенный ряд. А дальше вы будете исправить их, мы придумаем, как они применены. Понятно ли? Великая картина показывает вам не то, что происходит на экране, а то, что происходит вне экрана. Спасибо. Thank you.
Thank you.